На стадионе «Труд» прошел фестиваль «Выходи». Это большой грантовый проект, который охватит несколько районов Поморья и будет интересен не только спортсменам. В Архангельске участниками и зрителями стали больше 3000 горожан, в их числе наш корреспондент Михаил Меньшенин. Здесь очень много разных площадок, и можно попробовать себя в разных видах. Очень люблю танцевать, я танцевал там платформу. Надо танцевать. Тут можно научиться прийти с нуля, научиться прыгать, делать трюки, научиться держаться на доске и на всех этих инструментах. Это уличная культура, это то, что актуально, то, что докатилось до нас, и мы это бомбим. «Выходи» – это и название фестиваля, и призыв к действию, которому последовало больше 3000 человек. На стадионе «Труд» десятки спортивных площадок, от командных соревнований до танцевальных мастер-классов. Танцы, они позволяют раскрепоститься, не знаю, выразить какие-то свои эмоции, энергию выплеснуть. В общем, движение – это жизнь, поэтому танцуйте тоже. Позвать людей выйти на улицу, танцевать и заниматься спортом принадлежит группе активной молодежи во главе с Натальей Щукиной. В прошлом году они придумали и провели первый такой фестиваль. Наш фестиваль о уличной культуре и уличном спорте. Соответственно, основа – это экстремальный парк, в котором представлены направления скейт, BMX, ролики и самокаты. Новшество этого года – уличная акробатика, батутный фристайл и скалодром. За один день можно было попробовать все. Мы увидим новые звездочки на таких площадках, как стритбол, пляжный волейбол, мини-футбол, спортивная акробатика, гимнастика. А это значит, в городах Архангельской области мы точно будем понимать, что эти виды спорта популярны. Фестиваль «Выходи» получил поддержку области, а также выиграл президентский грант 2 миллиона 800 тысяч. Мне кажется, что это, безусловно, и заслуживает и поддержки, и должного внимания. И мне кажется, что будет расширяться и развиваться по всей области. В это лето фестиваль «Выходи» не ограничится Архангельском. В следующие 3 месяца его организаторы с мобильной экстрим-площадкой посетят 10 районов области. Фестиваль «Выходи» – это то, что открывает летний спортивный сезон. Взяв старт сегодня в Архангельске и до 31 августа его площадки объедут всю область. Ближайшие остановки 8 и 9 июня в Ильинско-Подомском и Котласе. Михаил Меньшенин, Светлана Михевская, Регион 29.